Привет, с вами Юля, и сегодня я вам покажу свой долгожданный подарок на Новый год. Я долго его ждала, очень долго не могла натерпеть, пока он у меня будет, и сегодня я вам его покажу. Это Китти чеширская кукла, вот такая вот, из фирмы Ever After High. Что же входит к ней в набор? К ней входит в набор вот такая сумочка, которая вот так нажимаешь, и она открывается. Немного силы иметь. Надавила, она открывается. Но там отверстие маленькое. Так. Дальше на борт входила расчесочка. Вот такая вот серебряная. Подставка. И такая карточка, на которой все написано. То есть 6 голов. Разные. Здесь приложение на компьютер, ну и здесь ее символ, подвесочки и так далее у всех. Все вот отдыхает. Здесь вот эти вот штучки. Теперь расскажу о самой кукле Китти Чешир. Вот. У нее очень красивые хвостики. Вот. Очень красивые локоны на концах. Дальше у нее макияж. Он у нее очень красивый, с кошачьим зрачком. У нее очень красивые губки. И здесь нанесены белые точки, которые сверкают. Как будто ее губы сверкают, так блестят. У нее красивые сережки, которые снимают. Они прямо из клубочков. Маленький клубочек и большой клубочек. Дальше у нее на шейке есть как будто бусы. Но это не украшение, это меховая оторочка такая, на которой бантик такой вот. Ну, если без него, даже смотрится, не очень как-то, мне не очень нравится. Вот, если вот так одеть его, очень красивый даже. Вот, давайте я вам покажу бомбейское, очень шикарное, красивое платье. Ну, для начала я покажу вам ободок, который надет на кухне. Резиночками еще закреплена. Я не буду резинки снимать, потому что я не хочу. После ее красивой прически, может, я сразу что-то сделаю. Не знаю. Вот, давайте покажу вам платье. Вот. Вот. У нее здесь такая ткань. Ну, она как кружево. Дырчатая ткань. Не знаю, как она одевается, честно. Вот. Такие рукава. Здесь разные принты. Разных рисунков. Мне кажется, это цветочки. Вот. Дальше это кружево такое, которое наклеено на платье. Вот. Очень немного красивое, черное. Здесь подъюбник. От темно-фиолетового к светло-фиолетовому и опять к темно-фиолетовому. Вот. У нее очень красивые ручки. Здесь у нее браслетик на ручке. Тоже с колубочками. Колечки с колубочками. Вот. Здесь... два маленьких клубочка и посередине большой клубочек. Очень красиво. А дальше у нее есть колготки. Или леггинсы. Я точно не знаю, как это называется. По-моему, это колготки. Точно не знаю. Надеюсь. Леггинсы, они как-то... Но они не колготки. Не знаю, они как-то смотрят, как там нет. Ну вот. Они у нее фиолетовые и темные. Фиолетовый и темный фиолетовый. Здесь такие зигзаги по несколькому периметру. Здесь называется ручка на башмаках. Ее таких. На танке такой высокой. Вот. Ну и здесь мотоцикл выглядывает. Очень красивая кукла Китти Чешир. Советую ее приобрести, если вам она очень тоже нравится, как и мне. А сейчас вам покажу куклу Apple White. Вот такая кукла Apple White. Я в другом видео о ней буду рассказывать. Тоже вот такая вот красивая куколка. Вот. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Всем пока!